Я думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Всем хаюшки, с вами на видеосвязи прямиком из московского метропайтена Игонус. И сегодня мы будем продолжать проходить карту Metro Fair Future от Red Fox. Я за кадром вернулся на старую станцию, кое-что прикупил, это огнемет и нож заменил, купил зажигалку и броню Спарты новую. Ну а также попрошу вас поставить на это видео лайк и досмотреть это видео до конца. Оно будет очень интересным, много перестрелок и тому подобное. Ну что же, начинаем. А, плюс я еще, наверное, приготовил знаменитую похлебку на ВДНХ из грибов. Хотя, ах ты ж. Эх, открываешь, что на этом сразу пауки. Ну ладно, давайте, паучья отродья, давайте, покажите себя. Ух, и нифига себе. Да ёлки! Так, тихо, подходи по одному, соблюдай очередь. Все получат ножичком по брюшку. Ну давай, подходи, скотина. Просто у меня в комнате тут живет паук со мной. Он меня кусает и пытается парализовать. Так, а тут у нас бандосы. Ну ладно. Погнали, паучи. Так. На тебе, скотина. Так, тихо. Так. Кренди. Сейчас ты и свое получишь. Минус. Кто еще тут герой? Давайте, подходите. Всех ждем. Так. Станция Павелецкая. Эх, аж Павла вспомнил. Жалко мужика. Блин. Только начал подходить, уже шмаяют гады. Ладно, посмотрим, как вам тебе. Ай. Кстати, в моментах, где будут вот эти вот отхилы и тому подобное, я буду вырезать и время ускорять. Чтобы вам не было скучно на это смотреть, и видео и так получилось очень большим, и я его разделил на две части. Сегодня выйдет первая часть. Так. Улыбочку нафиг! Да. Ты был слабым игроком в эту игру. Так, осейный, наверное, у вас начальник станции. Здорово, ёпти! Ах ты ж, скотина! Попал все-таки. Так, наковальня. Больше ничего дейного тут нет. Ну что же. Идем дальше. Опять красивый постер бандитский. Выглядит довольно интересно. Я, возможно, даже какую-нибудь группировку в сталкере бы сделал, типа. Такого плана. Один фиг мод делаю. Кстати, насчет мода. Скоро у нас появится мод на оружие. Я его почти сделал. Осталось немного там доработать и тому подобное. И скоро на нашей карте появится новенький мод на оружие. Так. И куда мы пришли? Тут, надеюсь, друзья. И давайте это выясним. Опа, нифига себе, кольцо Ганзы. Мы попали к Ганзе. Нифига себе, ладно. Попали в место, где торгаши. Ух, сейчас и отоваримся. Хотя у меня один патрон, фиг я отоваюсь. Парни плохо выглядит. Так, давай-ка с тобой побеседуем. Что нового слышно? Да у нас тут почти что тихо, только фашисты изредка нападают, но как видишь, держимся. Ты если хочешь передохнуть, то заходи в наш отель Паэсия. Не переживай, там не воруют, за этим хорошо следят. А так больше нечего рассказать. Окей, спасибо за информацию. Так, работы, я так понимаю, нет. Ну что ж, посмотрим торговую. Неплохо. Таблеточки можно прикупить, медикаменты, жратву. Но мы будем больше все-таки продавать. Жратвы у нас навалом, вот как видите, грибной супчик я сделал. Так, нитки продадим и консервные банки. Они что, все дарючи консервные банки брать? Чё за манера? Фига, конечно. Так.
Зажигалка. Так, пригодится агрегат. Ну что же. Пойдем-ка дальше. Решил купить? Да, решил. Ганза. Да, а я ожидал тут торгибу, челноки. Но, как видно, нет, не сезон. Так, посмотрим, добавим немного яркого света. Пусто. Хотя это, походу, комната для меня, но пусто. Ну ладно, пойдем. Что и к фашистам. Эх, и не хочется туда есть. Но придется. Ха, только подошел, а уже и ноги видны этих мразей. Ну что, метро только для русских, да? Ай, все русские там, блин. Они еще это, выпендриваются, елки-палки. Ненавидел этих мразей, хотя этих тоже красных ненавидел по метро. Ой, в этой вселенной все козлы. Получи! Так, сейчас я тебя как уйман завою. Ух. Эти еще козлы там стоят. Надо бы ликвидировать. Лови пулю, гад! Ладно. Так. Аптечку что ли попробовать? Не, плохой был план. Так, тушеночка. Ну что ж, давайте пожжем этих гадов. Получай. Вот тебе твой заряд. Ну, ну. Вон еще одного вижу. Сейчас и этого товарим пуйками. Так. Здоров, хлопец. И ты свое сейчас получишь. Получи, гад. На тебе, а так. Ох, эти ж перестрелки. Обожаю эту карту за это, потому что здесь прям стелс. Здесь видно, что ты один, ну, слабак, которого могут вынести на изи. Ладно. Ну, посмотрим, что здесь. Ага, сразу сволочь вылезла. Так. Надо эту сволокиту как-то оттуда вынести. Улыбочку. Плохая идея, плохая. Броня скоро сломается. Печально. Ботинки новые совсем одевал. Уже уничтожена совсем. Получи. Да, эта сволочь меня убила. Теперь все по новой. Ну, хотя бы без этой сволочи. Посмотрим, что здесь вообще есть и что да как. Так. Ща помацаем, если кто за дверками. Есть. Улыбочку. Один минус. Так. Вот и второй. Ах ты ж, басота. Ладно, этих патрульных убили. Это как охрана. Ладно, не суть. Теперь нам нужно вот сюда. Здрасть, бать, здрасть. Ой. Стрелки недоделанные. Чтоб их... Ладно, не будем мы на них заиться и выражаться. Сейчас их просто перебьем нафиг. Чтоб неповадно было. Где еще козлы? Это было без комментариев, потому что тут один урод со спины. Вот тебе, начальство. Ну что ж, здрасте, здрасте.
Задолбай вы меня уже. Получи свое, козли. Вам всем будет капут, сволочи. Так, убойник, это нам пригодится, пуйки. Так, штаны Рейха, броня Рейха. Неплохо, неплохо мы отовались. Может тут еще какие-то нычки? Не. А жай. Ну ладно, больше ничего тут нет. Продолжаем идти. Может еще что-то дельное найдем. Ага, и приключения на жопу тоже. Ладно. Здрасте, ребята. Я к вам с миром. И с огнеметом. Ах ты ж скотина. Получай свое. Так. Тут еще один должен быть. Ага. Улыбочку на камеру. Есть. Фух. Похоже, этих козлов мы завалили благополучно. Так, там еще нужно будет осмотреться. Есть кто? Да, есть. Да. Давайте пока что и тут немножко осмотримся. Посмотрим, что здесь интересного можно. О! Хавка! Мы нашли склад! Нифига себе! Теперь у нас еды хватит на все прохождение. А я-то уже начинал беспокоиться, что придется под конец жрать одни эти птиц одних, точнее их туши. Ну ладно, тут ничего. Не, маленькая такая нычечка с едой, а как приятно. Ладно, что еще тут у нас имеется? Нифига. Так, пусто. Пусто. Ладно, пора идти отсюда. Это типа что, ловушка должна была какая-то быть? Или что? Фиг знает. Ну ладно. Вперед, геройствовать. Найти бы эту мразь вначале. Ага, вот она. Ну что ж, получи. Один готов. Так. И, по-моему, там еще. Да, второй есть. Получи, сдохни. На тебе. Фух, все. Эта станция теперь под нашим контролем. Всем сидеть на попе мирно. Точнее, смирно. Так, 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 так. Ну, в принципе, мы все здесь оболтаем, можем уходить. И теперь нам один только путь. В нашу старую и добрую вентиляцию. Помните, мы ее находили там, на заброшенной станции? Вот сейчас через нее мы и поедем. Но чтобы вам не было скучно, я решил ускорить время, когда я буду добираться. В принципе, это не так долго, но все равно. Вас бы этот путь утомил. Так, а вот мы уже и на станции. Ну что же, я помню, я тут забыл обезболивающее забрать. Так, а теперь поедем непосредственно в саму вентиляционную шахту. Дороги назад не будет. Ну, вперед. Ух, и темно же тут. Да. Придется побродить в темноте. Так. Нычек вроде бы нет, к сожалению. Хотя здесь им самое место бы. Ну ладно, вниз. Кого-то тут убили недавно. Вообще-то череп и кости это плохой знак. Очень плохой. Так. Ну-то вроде бы нет. Ладно, нужно отправляться дальше по этому туннелю.
Красиво сделано. Посмотрим, что здесь я смогу найти. Похоже, приключений на пятую точку будет немало. Кто здесь живет? По руке уже узнал, что фашисты. Ах ты ж, сволочь. Нифига еще. Погодите, а у меня же есть зажигалочка. А ну-ка, давайте попробуем зажечь свет. Вот так, совершенно другое дело. Может, так и нычки какие-нибудь найдем? Давайте посмотрим. Нет, нычек нет. Ну и ладно. Идем обратно и будем караулить эту сволочь. Так. Улыбочку на камеру. Все, отслужился ты, мужик. Так, есть какие-нибудь тайники, секретные проходы, лазы? Нет. Печально. Очень печально. Так, заходим. Точнее, чекаем, есть ли кто из вражеских сил. Конечно, есть. А уже нету. Ну что же, давайте облутаем. Вроде бы он был один в охране. Такс. Да, он был один. Можно немножко расслабиться. Так. Вот и первые нычки. Так, надо костер так, чтобы это не загореться самому. Так. Берем аптечку, мяско, пуйки. Ну и куртку возьмем. Давайте броню Спарты, наверное, выложим. Она и так поломанная, зачем она еще таскаться с ней? Это один фиг вес. Так, ну что же, идем дальше. Блин. Ну теперь у нас есть зажигалка, в туннелях будет посветлее. Мы все сожжем, все мы пожжем. Опа, тайник. О, ножички. Глаза паука. Блин, сейчас станции вообще не должно быть никаких мирных. Продать нельзя будет. Как жалко. Хотя, если меня убьют, я должен вернуться на там, где я прописан. Возможно, там я и обменяю все, что мне будет необходимо. Так, давай немного света. Ай, елки! Хотел же не впороться в этот костер. Получилось, ну как всегда. Ай, надо броню спасать. Все. Классно. Доиграюсь с зажигалкой. Опа. А тут, по всей видимости, кто-то живет. И давайте выясним, кто это. Ух, блин. У этого форма красных. Похоже, тут тоже фашисты. Эх, и не повезло же тебе, мужик. Пытай, пацана. Жалко-то как. Ладно. Ага, один. И там второй стоит. Ну ничего, сейчас я вас ликвидирую, майоха. Так, что-то этого плохо видно. Надо прицелиться так. Ага, получилось. Так, теперь ты, мой друг. Я уж тебя видел, я знаю, где ты. Я тебя видел, ты никто. А станешь еще хуже. Да, ах ты. Ой, сволочи. Ну, стелс есть стелс, получай. Так. Вот тут растяжечка. В нее я вам не советую залезать. И вообще убирать растяжку, потому что она может активироваться. Тем самым по команде вы умрете. Потому что там команда ближайший игрок. Да, я это знаю, потому что я тут успел даже полазить.
немного, когда были первые билды. Так, минус один. Минус второй. И третий сейчас за вами. Ах ты ж скотина. Живучий гад. Улыбнись на камеру. Так, этих ликвидировали. Чё этот остался? Так. Ёлки-палки, что ж с вами делать-то, а? Так, давайте его с убойника попробуем ликвидировать. Получи! На тебе! Фух. Так, вроде бы зачистили эту станцию. Хотя это не станция, это как... не знаю. Даже как назвать. Я помню место, по которому мы с Павлом на дрезине ехали. Где, ну это как кладбище поездов, что ли. Типа такого. Так, ах ты ж... гад. Сейчас ты у меня получишь по первое число. Светится, светится. Все у нас вот здесь. На тебе. Все. И это, сволочь, ликвидировано. Станция, точнее этот... туннель мертвых поездов переходит под контроль нашего Играда. Ну, называйте как хотите. Нашего канала, допустим. Да, на карте Реда что-то он присваивает. Гениально. Так, ладно. Ах ты ж... кто? Откуда? Ах ты ж... сволочь! Там засел крыса. Ну ничего, ничего. Улыбочку... упал трупом в костер. И этого больше нету. Так, ладно, проходим дальше. И этот готов. Так, 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 так. Ага. Вот, за пулеметом и зачем ты там стоишь? Так, здесь... вот тут оболтать забыл. Так, блин, нож. Зачем покупал? Аптечки и гитары. Две гитары, теперь я уж точно в конце прохождения поиграю. На этой гитаре. Но мне кажется, что эта серия не конец прохождения. Да, будет, наверное... ну, я вам говорю, что это не конец прохождения, в принципе. В начале видеоролика, ну... все равно. Возможно, и конец. Я не знаю. Так, так, так. Ну, больше ничего дейного здесь нет. Пошли шатать эту шушеру туннельную. Пожрём для начала. А потом и убивать. Обычные люди. Цепились друг к другу в глотке. Убивают друг друга, режут. И ради чего? Ради каких-то станций. Ради какого-то долбанного мировоззрения. Ну все, сволочь. Получай, козёл! Не... так. Фух. Ладно, ща мы тебя с убойника снимем, лысый. Что-то тут очень много лысых. Мне это не очень-то нравится. Так. Отхил плохо идет. Так, надо выглянуть. Ай, твои. Да, он меня завалил. Я, кстати, тут еще нычку нашел, но я вам ее не показывал. Сами найдете. Я вам тут не прям это... где что находится, лежит, показываю. Получи. Промазал. На тебе. Что?
Что? А ну-ка, субойника, сейчас ты, наверное... Он не крякнул. Какого фига? Получи. Нож. Сберечь бы. Ну, была, не была. Он не стоял. Да... Как вы задолбали. Ну, ничего, ничего. Сейчас я тебя тоже отоварю пуйками. Эх, аж идеологию Артемки вспомнил, когда он про пуйки узнал. Извините уж. Если человек потратил 100 пуек, он спас 100 жизней. Да, конечно, конечно. Ай, тут кто? Да ёлки-палки, что вы тут за серии, козлы? Да, эта сволочь меня убила. Ладно, давайте прогуляемся вдоль этого тоннеля и посмотрим здесь достопримечательности местные. Может, найдем что интересное. Опа, там вижу свет. И какой-то вагончик. Наверное, там будет что-то дельное. Ну, я на это надеюсь. Красиво. Да, но опасно. Бродить по туннелям московского метро. С двумя зажигалками. Теперь буду сжигать всех. Зажигалки две, буду... Три. Нет, три зажигалки. Вы издеваетесь надо мной? Три зажигалки. Куда? Вот куда три зажигалки? Ой, даже брать не буду. Ну ее нафиг. Так, одной хватило, чтобы вот до сюда дойти, и второй хватит примерно на такой же промежуток времени. Ой, блин, нафига я тогда пуйки тратил? Сейчас бы на 5 пуек больше было. Ну нет, мне нужно ж было это купить. Ой, хоть гитару не купил. Так, ладно. Надо возвращаться. И, наверное, уже будем думать, идти вперед и оставаться в этих мрачных туннелях. Все равно блокпост я отбил, он почти под моим контролем. Хотя, наверное, надо заканчивать бы серию. Ничего сценного здесь нет, внимание, посторонним вход строго воспрещен. Ну ладно, ладно, расскажите мне, позаевайте. Так, давайте подожжем тут все, чтоб выглядело красивее. Как печально это говорить, но наше видео постепенно подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилась третья часть прохождения карты. Также перестрелки, стелс и тому подобные вещички. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам контент нравится все больше, и как вы видите, я уже третью неделю выпускаю по 2 видосика, и мне кажется, это заслуживает вашего лайка. Также не забывайте чекать мою группу, группу Red Fox и так далее. Всем спасибо, все свободны.